Кубок города по волейболу среди мужских команд набирает свои обороты. В спортзале «Строитель» волейболисты дружины «Юность» принимали опытных спортсменов «Севмаша». В рамках Кубка города по волейболу среди мужских команд молодежь юности встретилась с волейболистами «Севмаша». Для молодого поколения «Строителя» матч с сильными соперниками – прекрасный шанс получить необходимый опыт. Ведь отрицательный результат – тоже результат. Дебютную партию волейболисты «Севмаша» выиграли без особого сопротивления – 25-11. Во втором сете подрастающее поколение навязало борьбу, но в концовке также уступило со счетом 25-17. В третьей партии волейболисты «Юности» показали неплохую игру, но опыт и слаженность взяли верх – 25-19 и со счетом 3-0 победа за «Севмашем». Сейчас у нас, грубо говоря, премьера, первая игра в сезоне. Молодежь мне очень понравилась, ребята молодые, но играют замечательно. С ними их тренер Люба очень старается, и я уверен, из них получится хорошее продолжение «Строителя». Ребята 10-9 класс, 99-98 года рождения. В принципе, ребята хорошие, да. Есть, ну, конечно, есть над чем поработать, мы работаем над этим усердно, но тренировок мало, времени мало, тяжело. Всего в предварительном этапе Кубка города участвуют 14 команд. В 1/8 финала выход себе обеспечили волейболисты авторитета «Севмаша», «Строителя» 1 и 2. Константин Мухин, Семен Тарасов, «Вестник Северодвинска».